Всем доброе февральское утро. Сегодня у меня вот такой вот завтрак. Он у меня в сине-черных тонах, не случайно. Посмотрите, у меня черная чашка, белая свечка и на синей скатерти я сегодня завтракаю. Почему именно так? Потому что сегодня у нас праздник. Эстония отмечает свой день рождения. 102-я годовщина. И решила я позавтракать в нашем традиционном стиле, потому что всегда у нас очень ценится, и мы очень любим нашу балтийскую килечку. И вот эта традиционная еда, бутербродики с килькой на черном ржаном хлебе. Это хлеб бездрожжевой, здесь 60% ржи, и это сделано все на закваске. Очень любят у нас бутербродики с килечкой, и если всегда какие-то праздники дома и особенно на работе, то бутерброды с килечкой расходятся всегда на ура и в первую очередь. Вот. Ну и, конечно, кофеек. Вот такая свечка. Не знаю, как вам будет видно, у меня такие сильные блики идут от нее. Свечка праздничная, в виде цветочка. И зимняя, хотя у нас снега не было в этом году, она таким, как будто снег искрится, блестит. Вот. Ну и хотела показать вам вот такой вот очень вкусный чай. Баночка тоже выполнена в сине-черно-белых тонах, потому что это цвет нашего флага. И наш национальный цветок василек. Видите, эта баночка с чаем была выпущена к столетию республики. Вот здесь на баночке, видите, такое изображение. Можно подумать, что это 18. Но, с одной стороны, да, цифра 18. В 1918 году образовалась Эстонская республика. И, видите, видно, как и 18, и 2018 год, когда отмечалось столетие. И также цифра 100. Вот так вот изобразили. Здесь карта Эстонии, очертания карты Эстонии, видите. И, кстати, чай с васильком, он очень-очень вкусный. Очень, я всегда, когда покупаю развесные чаи, всегда смотрю, чтобы был там василек в наличии, потому что он вот как-то такой дает очень хороший привкус. Значит, в этом чай, видите, здесь написано, это торжественная смесь натуральных вкусов. Ингредиенты: черный чай, васильки, можжевельник, земляника. Рекомендую, если кто-то увидит чай с васильками, то берите, не пожалеете. Это очень-очень вкусненько. Вот. Так что сегодня будет парад у нас в 11:50, по-моему. Я не знаю, пойду или нет, потому что, честно говоря, очень устала за рабочую неделю, хочется отдохнуть. Посмотрю по телевизору. Но если будет силы, то схожу, посмотрим. Вот. Всех поздравляю с праздником, желаю хорошего настроения. И потом покажу вам, что сегодня я приготовила на обед и на десерт. Но это будет уже чуть-чуть попозже. Ну, а на обед тоже такая традиционная эстонская еда. Вареная картошечка, обжаренная на растительном масле. Соленый огурчик и свининка. Так, ну и на десерт сегодня мороженое к празднику. Сейчас я вам покажу, здесь тоже есть
символика эстонская. Видите, шарик мороженого в цветах эстонского флага синий-черно-белый и наш цветок национальный василек. Сейчас я вам прочитаю состав, он интересный такой. Так, вот смотрите, черничное, шоколадное и ванильное сливочное мороженое. Состав, вода, конечно, первая, не сливки. Вода, свежие сливки, сахар, сухая пахта, сливочное масло. Красители, смотрите, интересные красители. Почему я заостряю ваше внимание на составе? Потому что сюда входит растительный уголь. И вы сейчас увидите, какого цвета это мороженое. Экстракт ягод каких-то асаи. Я не знаю, в первый раз слышу, что это такое. Ну, какао-порошок, черничная начинка, сахар, черника 40%. Ароматизаторы черника, ваниль. Пищевая ценность на 100 грамм, 186 калорий. Ну и тут предупреждение для тех, у кого может быть аллергия на клейковину, орехи, соевые бобы. Чтобы люди были осторожны, аллергичные. Так, сейчас я открою эту коробочку, и вы увидите, что же это за мороженое такое. Посмотрите, какое интересное мороженое. Так и выполнено в цветах флага. Синее, черное, белое. Давайте попробуем. Сливочное мороженое, это хорошо, значит, вкусненькое. Потому что на молоке оно не такое вкусное. Очень вкусное. Очень хорошо чувствуется черничка. Это уголь, а вот это черника. Вкусно. Похоже на пломбир сливочный. Так что вот. Вот такой вот десертик в честь праздника. Все, всем спасибо за внимание. Посмотрите еще слайд-шоу и пока-пока.